Пенсионеры меняют профессию. На этот раз лавочки они сменили на подиум. В Тюмени стартовал проект «Модель 55+». Освоить новое для себя искусство пожилым людям предстоит всего за 2 недели. Чему учат бабушек и каковы первые успехи, расскажет Яна Пелиховская. Истины простые, но уже, кажется, позабытые. Модельный шаг оттачивают пенсионерки. От каблуков пока отказались. Походку отрабатывают с книгой на голове. Раз, два, три, четыре. Ничего страшного. Для участия в проекте отобрали 10 самых смелых. 2 недели они будут учиться быть моделями. Я вот часто смотрела передачу «Фотомодель» по-американски. Мне так нравилось, потом она куда-то девалась. Я все хотела узнать, как они вот ходят. И основная цель этой акции – показать, что пожилой возраст может быть красивым, что это удовольствие жить на пенсии и реализовывать себя вот в различных областях. А это урок фотопозирования. Пенсионерок учат максимально эффектно выглядеть в кадре. Изящно ставить ножку, кокетливо улыбаться. Образы и аксессуары подбирал стилист. К зеленому Лилия Бояр относилась с недоверием. Оказалось, ее цвет. Я сама бы его, конечно, никогда бы не выбрала. Потому что мы обычно привыкли одевать на себя одежду практично, чтобы она послужила нам более практично. А здесь вот такие светлые тона, они, конечно, омолаживают. И мы вот в таком вот наряде становимся и сами какие-то и необычные, вот, и, я думаю, более притягательные для окружающего нас, для окружающих нас людей. А еще бабушки учатся определять цветотип, комбинировать наряды и держать себя в форме. Все под присмотром опытных стилистов и преподавателей. Специалисты уверены, у участниц есть все шансы на успех. Женщина в любом возрасте женщина. У них глаза горят, они хотят преобразиться, они хотят быть красивыми, модными, стильными. В них просто искра жизни сразу так вспыхивает таким огнем. Зажечь пенсионеркам предстоит на большой сцене. Итоги проекта подведут на областном форуме в День пожилого человека. Яна Пелиховская, Андрей Захаров, Тюменское время.